Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ставай», як завжди в цей час. Програма «Добрий вечір». У вас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Юрій, ради привітувати вас у нашій студії. Спасибо. І начнем, собственно, сначала. Ну, я не знаю, управление, которое вы возглавляете, вы относитесь к критической инфраструктуре или нет? Я, собственно, к чему веду? Важное направление работы. Достаточно большое количество людей задействовано в учреждениях, которые так или иначе связаны с работой управления культурой. Эти люди сейчас работают, работают дистанционно. Как все сегодня, собственно, организовано? Эти люди сейчас работают. Эти люди сейчас работают дистанционно. Эти люди находятся на вынужденном простое. Эти люди находятся в отпусках. Все по-разному. У нас достаточно большая отрасль. Понятно, ее не сравнить с медициной, с образованием. У нас меньше 1500 человек работает во всей отрасли. Но это, во-первых, это живые люди. Это высококлассные специалисты. И, во-вторых, никто не закрывает эти учреждения. Ведь решением Кабинета министров не закрыты библиотеки, музыкальные школы, дома культуры, зоопарк. Закрыто посещение этих учреждений. Но люди-то на работе. Не было ни приказа, ни указа, ничего для того, чтобы этих людей, как это, оставить без работы. Люди работают. Люди находят новые методы, и об этом как бы можно говорить, я скажу больше. Нет, а почему? Ну, да. Какие методы? Смотрите, значит, я... Вчера попросил коллег, руководителей учреждений, музыкальных школ, художественных школ, библиотек и домов культуры, чтобы они написали плюсы и минусы той работы, в которой они сегодня находятся. То есть ситуации. Плюсы нашли? Нашли плюсы. Я скажу больше, вот это у меня здесь находится. Это основа для диссертации. Новая парадигма в менеджменте, в культуре. Это я говорю абсолютно серьезно, я не иронизирую по этому поводу. Это новая. Люди столкнулись с неожиданным, люди столкнулись, первое, с болезнью, люди столкнулись с информационной войной, да, с каким-то террором информационным, и люди столкнулись с тем, что они не могут выполнять свою работу в тех формах, в которых они делали это до того. В непосредственных, в контактных и во всем остальном. А им надо перестраиваться. Дети учатся в школе, в музыкальной школе, в художественной школе. Они должны, если они выпускаются в этом году, они получат свои свидетельства, выпускные свидетельства. Это документ, это все-таки это не общая образовательная школа, но это тоже система образования в отрасли культуры. Поэтому все работают. Все как могут, так и работают. Ну, смотрите, есть... Плюсы какие? Вот они пишут плюсы. Во-первых, дети все время находятся на занятиях. Дети не пропускают занятия. Родители контролируют детей. Родители включились в эти процессы. Мы сейчас только пока про музыкальные школы говорим. Мы не говорим сейчас о библиотеке, дома культуры. Родители все время рядом. Родители сами помогают учебному процессу. И смотрите, у нас же все родители платят родительскую плату за образование в музыкальной, художественной и школах артистического воспитания. И эта оплата сегодня практически 100%. За март, за апрель и уже вперед за май люди платят. Они не говорят, наши дети не занимаются. Наоборот. В некоторых профессиях, в некоторых специальностях это даже помогает ребенку. Когда ребенок играет педагогу, записывает там, на фортепиано, к примеру, да, отправляет педагогу, и педагог что-то ей говорит и показывает какие-то примеры, ребенок вынужден через помехи вот этого интернетного, да, это, кстати, один из недостатков всего, ну, плохой интернет, отсутствие у людей каких-то гаджетов, техники необходимой, не все богатые, не все могут себе позволить какую-то супертехнику. Это, во-первых, включает воображение, во-вторых, это заставляет ребенка более сосредоточиться на тех вопросах, на тех задачах, которые им дает педагог. Но есть, безусловно, огромное количество недостатков. Ну, не все музыкальные инструменты можно держать дома. Не все музыкальные инструменты можно настроить дома. Бандуру, например, родитель не настроит. Ну, например, гитару, там, другие легкие инструменты. Не у всех дома есть фортепиано. Но в конце концов, у людей дома могут быть маленькие дети, соседи, которые будут искренне возмущены тем, что им кто-то играет. И эти конфликты реально происходят. Это вот из минусов, если говорить. Например, вот художественная школа, если мы говорим про нашу художку. Часть педагогов может заниматься с детьми, эскизы, рисунки и так далее. А часть педагогов физически не может. Дети лепка, деревообработка, батик и так далее. Где ребенок будет дома вырезать по дереву?
или там батик, нет материалов, где у него дома глина, гипс и так далее, и так далее. Это можно перечислять миллионы. Те же самые, к примеру, вокалисты, руководители в домах культуры, кружков вокалисты. Ребенок поет, педагог ему отсылает фонограмму, слушает, дает замечания. А хореографы что? А как собрать ансамбль? А как собрать оркестр? А как поставить какой-то хореографический танец? Это безусловно исключено. То есть какие-то профессии, специализации физически выпали. Точно так же мы говорим про библиотеки. Что-то библиотека может давать человеку, который сидит дома, а что-то ведь не может. У нас же давно библиотека — это не книгохранилище. Не только книгохранилище и не столько книгохранилище, как социокультурный центр, в который люди приходят за мероприятием, там, общением, обучением и так далее, и так далее. И большая часть людей — это была либо дети в библиотеках, либо пенсионеры. Мы понимаем, да, что как бы средний возраст меньше всего посещал библиотеки. И эти люди сегодня дистанцированы, и они никак не могут получить тех услуг, которые дает библиотека. Поэтому инфраструктура критическая, да, потому что она же никуда не делась. Потребность человека в культуре и в каких-то в общении, она никуда не денется. Но самое, конечно, критическое, конечно, наше учреждение — это зоопарк. Николаевский зоопарк, который закрыт и без посетителей, он, ну, треть денег, которые нужны были зоопарку, он получал от посещения наших гостей и николаевцев. Сегодня, конечно, этого бюджета нет. В зоопарке достаточно кормов, люди все работают, все получили пропуска на транспорт, все ездят на работу, звери сыты, тигру мясо додают. Вот. Ну, конечно, если это продлится достаточно долго, то городу придется дополнительно, потому что в планах на 2020 год, ну, была выделена определенная сумма, рассчитанная с учетом того, что люди будут еще покупать входные билеты и оплачивать услуги. Этого нет, поэтому если продлится долго, то, конечно, будет пересмотр бюджета. Поэтому говорить о том, что культура закрылась, мы не можем. На момент записи, ну, собственно, еще не состоялось это решение, во всяком случае, мы о нем не знаем. Ну, я во всяком случае не знаю. Но анонсировалось, что, возможно, среди ближайших шагов послабления карантина называлось то, что будут открыты библиотеки и музеи. Библиотеки — это к вам. Библиотеки, да. Городских в городе нет, музеев. Тяжело обсуждать решение, которое происходит в Киеве, оно мне непонятно, во-первых, потому что, ну, прежде всего надо думать об экономике, как мне кажется, в данном случае, если говорить о каких-то карантинах. А во-вторых, нашим библиотекарям, мы уже там третий день обсуждаем эту тему, придется очень нелегко. Во-первых, мы должны будем понимать, а как дезинфицировать книги? Как дезинфицировать, сколько там, когда эту книгу можно будет отдать, или надо будет каждый листочек протирать каким-то дезинфицирующим средством, каким образом будет вот эта социальная дистанция осуществляться, как, ну, на мой взгляд, ну, во-первых, я уверен, что даже если завтра разрешат посетителям заходить в библиотеку, небольшое количество людей появится в библиотеках. Я это понимаю, отдаю себе отчет, потому что люди сами понимают, думают уже теперь о своем здоровье, социальной дистанции. Они сами не пойдут, часть людей. Вот. А во-вторых, конечно, мы что-то придумаем, как это все делать. Но сегодня все библиотекари работают. Кроме тех, кто там ушли там, в отпуск, там, либо по желанию за свой счет, либо уехали и так далее. Есть чем заниматься. Есть электронные каталоги, есть архивы, есть, ну, как бы, без работы люди не сидят. Собственно, тема важная и актуальная, вот, и она коснется всех сфер городской жизни, культуры в том числе. Мы понимаем, что по объективным причинам очень сильно упала собираемость налогов в городской бюджет. Не готов там говорить о точных цифрах, но допускаю, прилично город недособирает в доходную часть бюджета. Понимаем, что приличные, так серьезные деньги уже и на данный момент, и, возможно, в дальнейшем придется еще добавить на то, что город, собственно, организовывает мероприятия по противодействию распространению болезни. Это миллионы гривен. И мы понимаем, что все это, собственно, в какой-то момент приведет к тому, что нужно будет пересматривать расходную часть городского бюджета. И какие-то статьи пойдут под нож. Допускаю, что, собственно, так или иначе, это коснется и
направление, которое вы ведете в городской власти. Но я не знаю, может быть, что планировали вот на 2020 год, что закладывалось на 2020 год и дальше, чем, возможно, придется пожертвовать? А что будет принципиально, на чем будет управление культурой наставить? Я скажу, что с одной стороны, мне легко отвечать на этот вопрос. Я сначала скажу одним предложением, потом буду расшифровывать. В этом году, на 2020 год, мы в бюджете города не получили ничего, кроме зарплат, энергоносителей, охраны, мусора. И ничего. По сути, не получили, кроме каких-то небольших денег на общественный бюджет, по общественному бюджету, то, что выиграли конкурсы, и всего 5 миллионов на ДК «Молодежный», на реконструкцию ДК «Молодежный». И более ничего из бюджета развития наша отрасль не получила. В декабре месяце, когда состоялась сессия, после всех обрезаний и секвенций наших, как некоторые говорят, хотелок, а на самом деле это наши необходимые те расходы, которые должны были быть нами выполнены, и работы всего, мы получили только 5 миллионов на ДК «Молодежный». И более ничего. Шла речь о том, что в феврале месяце, когда будет подведен итог 2019 года, когда мы отчитаемся и город отчитается о выполнении бюджета, будут какие-то остатки прошлого года, и мы из этого что-то получим. Там было запланировано и приобретение музыкальных инструментов, там был и детский городок «Сказка», «Корабль», окончание ремонта по бассейну корабля. Там были еще некоторые небольшие траты, там тоже были деньги небольшие. Там тоже еще 4,5 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть больше, нам было обещано в случае если эти остатки прошлого года можно будет как-то перераспределять. Но мы увидели уже в феврале месяце, и мы увидели в марте месяце, мы этих денег, вероятно, уже не получим. Поэтому сегодня, если говорить о бюджете развития в культуре, у нас, к сожалению, в этом году мы ни на что пока не претендовали. Мы претендуем на много, у нас есть много потребностей, у нас есть много аварийных вещей, у нас есть много тех вещей, которые необходимо уже в течение многих лет решить эти вопросы. Есть творческое развитие, поэтому бюджетное развитие называется бюджетом развития, что он не просто бюджет проедания. Но сегодня мы имеем только заработную плату и только основные защищенные статьи на весь год. Это к счастью, потому что я понимаю, что люди в отрасли могут работать, с них можно спрашивать, с них можно требовать. И как это называется? В этом смысле люди защищены. Как? Если сказать, что я несколько разочарован ответом, наверное, это ничего не сказать. Потому что действительно, «Сказка» в прошлом году было сделано достаточно много. Да. И вот там та часть «Сказки», где запустили фонтаны, она совершенно по-другому, то, что называется, зазвучала. Но в этом году корабль, забор вокруг него, наверное, он многих николаевцев расстраивает. Он и не первый год расстраивает. Мы в прошлом году не получили на работы по кораблю ничего. И в этом году... Я надеюсь, что мы получим эти деньги сейчас, то есть, может быть, будут пересмотрены еще какие-то моменты, и мы получим эти деньги, и ремонт по кораблю будет закончен. Это уже вещи... Хорошо, в таком случае, я не знаю. Даже и в прошлом году, в том числе вот и в этой студии, мы с вами встречались летом, мы много, достаточно много говорили о том, что «Сказка» требует развития, требует как минимум реставрации башни Шухова. Да. Возможно, там в каких-то планах как-то хотелось надеяться на создание некого коммунального учреждения на базе Дикого сада. Сегодня Дикий сад, он так вот как-то замер. Замер. Но что дальше? Он будет осыпаться, его опять археологи закопают, законсервируют, либо что-то все-таки как-то... Если не будет учреждения... ДК «Молодежный», о котором вы сказали. Тут же это можно и дальше называть. У нас очень много по культуре, недовыполненного по отрасли культуры много лет. Очень много. И... что я буду говорить, ведь был год именно в Украине, был год в Николаеве, я тогда работал директором детского городка «Сказка», был год, когда впервые децентрализация показала очень положительно для городов момент. В городе появились деньги,
которые он, город мог тратить на свое развитие. И тогда все отрасли в Николаеве имели бюджет гораздо больше, например, наш, чем мы сегодня имеем. Отрасль культуры имела тогда больше средств, чем сегодня. Но год от года, как это, денег становилось, не становилось больше, а расходов, которые город должен нести, в том числе и социальных, и более первоочередных, чем, например, там, кораблик в сказке, ну или какие-то еще, может быть, там, красивые вещи, соответственно, как бы и бюджет развития городской все уменьшается, уменьшается, уменьшается. И мы видим, как бы, что и по отрасли культура он в этом году как бы пришел к минимуму. На следующий, то есть следующий год нам обещан как годом культуры. Как прошлый год был годом образования, этот год год медицины, ну так и совпало. В принципе, когда и городской голова, и депутатский корпус все говорили в прошлом году, следующий год год медицины, никто, конечно, не думал, что это именно так обернется. Угу. Был год развития медицины. А следующий год, ну и по логике, и по всем договоренностям, должен стать годом культуры. И остается надеяться на то, что будет бюджет и не будет столько, ну, как первоочередных трат, что нам достанется на красоту, потому что, ну, культура, прежде всего, это поиск красивого, это и работа с ним. Хорошо. В феврале у нас был такой ветродуй, ураганный ветер сорвал часть кровли ДК «Корабельный». Да. Там как урегулировалась эта история? Там сегодня работы ведутся. УКС является заказчиком, управление капитального строительства Николаевского городского совета является заказчиком. Там есть уже подрядчик, и вот он уже на прошлой неделе приступил к выполнению работ. Завезены материалы. Крыша, я надеюсь, там в ближайшее время будет сделана. Там действительно огромный кусок, больше половины площади крыши было снесено, но все это подлежит восстановлению, все это возможно, и не успели, от всех дождей были, ну как бы успели вовремя защититься, так что, к счастью, никаких повреждений особых сам ДК не понес, кроме крыши. Большой резонанс имела в прошлом году история со школой искусств в Корабельном районе. Да. На сегодняшний день развивается, там же речь идет тоже о серьезной реконструкции. Да, речь идет о том, сейчас тоже по заказу управления капстроительства, потому что уже с прошлого года уже там заключен договор и выполняются работы по проектированию реконструкции этого здания. И когда будет закончен проект, и мы увидим, что будут деньги, тогда уже станет вопрос о том, куда временно переводить контингент школьный. Ну, на сегодняшний день, к счастью, ситуация не ухудшается. Были тогда разгружены те моменты, ну, как бы опасные моменты. И, ну, школа справляется, помещений меньше. Ну, а сегодня, кроме сторожа, директора и бухгалтерии, там в школе и не должно быть никого. Ну, если мы говорим про сегодняшний день. ДК молодежный. Вот, собственно, да. 5 миллионов. Это проектная работа? Что? Нет, нет, это не проектная. Это уже работы. В прошлом году было вложено 20 миллионов уже. Это уже реальные работы. Это реальные работы по реконструкции. Уже проект уже давно сделан. Проект уже прошел экспертизу. Все уже сделано. Ну хорошо. То есть, учитывая вот все, о чем мы говорили выше, эти работы начаты или это нет, все они пока не начаты, потому отложено что и дальше будем посмотреть? Нет, они не отложены. Сегодня просто разрешение на такие виды работ, на такие большие проекты дает Киев. Ну и вот с начала февраля до сих пор пока вот это... Карантин не дает возможность окончательно все, ну, как бы получить уже разрешение на конкретные на эти работы. Потому что работы ведутся, уже была сделана там большая часть нулевого цикла и все это. Конечно, 5 миллионов это мало, потому что если каждый год мы будем тратить всего по 5 миллионов, то при такой большой, действительно, большом объеме строительства мы быстро его не построим. Поэтому, конечно, нужно финансировать. И была надежда, конечно, и на Киев, была надежда на субвенции, на депутатов, на фонд реконструкции и развития. Эта надежда пока остается, но мы видим даже, как это, все наши, ну, такие, будем говорить, социально очень значимые проекты остались сегодня без финансирования по ДФР. Ну, не знаю, в свете всего происходящего, даже боюсь спросить, 9 мая, большой праздник для николаевцев. Да. Ну, из анонсов, которые мы слышим, карантинное мероприятие еще, наверное, не закончится. Но дальше там, в такой более отдаленной перспективе, например, День города.
Можно уже? Или, собственно, опять же, поживем, посмотрим? Или уже можно что-то прогнозировать? Про день города поживем, посмотрим. Ну, хочется быть оптимистом, хочется и коллег своих заразить и сказать: ребята, все будет хорошо, мы обязательно вместе споем, и станцуем, и спляшем. Конечно, мы это сделаем. Мы это сделаем ли в сентябре. Надеюсь я, что до этого времени не просто... Ну, хорошо, снимут карантин, да? Одним щелчком вирус не уйдет. И проведение массового мероприятия, как бы то ни было, это одно из наиболее опасных в данном случае моментов для переноса. Поэтому про день города вообще пока, как это называется, не хочется даже думать. Про негативные какие-то моменты. Если говорить про 9 мая, безусловно, этот праздник, который важен для каждого гражданина, для каждого и николаевца, и гражданина Украины, и вообще в мире, это очень значимый праздник, день Победы над нацизмом в Европе. Это действительно важный день, и этот день не останется без внимания, но в других формах. Конечно, мы не будем проводить массовых митингов, мы не будем собирать массово людей на площадях и возле памятников, но город будет украшен к празднику. Эти монументы, памятные знаки будут подготовлены к тому, чтобы каждый желающий мог прийти туда, отдать дань памяти. Я бы рекомендовал, конечно, всем, мы не можем запретить сказать людям: не ходите к вечному огню 9 мая. Да? Но если бы я говорил бы лично про себя, я бы, например, подумал, мог пойти туда и 8 мая, в день памяти, в день траура, я мог бы прийти туда и 8 мая. То есть рассредоточить людей, ведь главная проблема это не в том, что нельзя проводить мероприятия, нельзя делать праздничные или траурные, или торжественные мероприятия. Проблема в дистанции в социальной, чтобы мы не стояли там друг с другом и близко. Поэтому будем пытаться рассредотачивать людей. Конечно, будет очень плохо, если кто-то организованно захочет в пику сложившейся ситуации что-то там привести, какую-то группу людей, этого бы очень не хотелось, но власть будет делать все для того, чтобы это все было мягко, спокойно, рассредоточено, чтобы в этот день каждый мог прийти 9 мая к вечному огню или к тому памятнику, который есть в его микрорайоне. Ведь у нас везде есть памятные знаки. И Терновка, и Корениха, и Варваровка, и Корабельный район. Везде есть куда прийти и куда вспомнить. Можно дома полистать альбом, можно позвонить родственникам и вспомнить деда, прадеда. Можно об этом всем поговорить. Мы запустим и виртуальные, безусловно, у нас будут такие моменты с участием лидеров общественного мнения Николаева. Что-то почитаем, что-то вспомним. Этого, безусловно, недостаточно. Да? Люди хотят прийти туда. Конечно, каждый может прийти. Кто-то придет в 9 утра, кто-то придет в 8 вечера. И если спокойно, и каждый, если цель у каждого будет просто прийти и вспомнить героев, то они это сделают. А если будет цель, как это, пошуметь и засветиться в прессе с негативной стороны, то это будет плохо. Ну, не знаю, тогда может быть еще, ну вот сегодня, например, собственно, там какая-то часть Николаевской книги проходит. Да, да. Традиционный наш, да, уже конкурс, не первый год, и конкурс, и это вообще, это такой фестиваль он книги. Он онлайн, да, в этом году? В этом году он исключительно в виртуальном пространстве происходит. Был проведен конкурс, это совместно, это обладминистрация и городской совет, это такой большое мероприятие. В этом мероприятии активно принимают участие наши две системы библиотечные, и для взрослых, и для детей. Они готовят видеообзоры, буктрейлеры, видеоинтервью, обзоры там новинок издателей и так далее. То есть это вообще такой праздник был Николаевской книги издателей и авторов, который, ну, без него мы уже никуда не денемся от него. И подведены итоги конкурса, есть уже и лучшая детская книга, и взрослая, и проза, и эти книги уже показывается, все это уже идет, есть интервью с авторами, с издателями. Я, собственно, к чему вел? Город участвует же, каким-то образом поддерживает финансово это мероприятие. Я правильно понимаю? А там ничего. То есть это без денег? Нет, нет, это мероприятие практически, ну, как бы, финансовые никакой затраты оно за собой не влечет. Ну, как бы, книги уже изданы. Книги были изданы в 2019 году, это еще все свет прошлого года. Наши библиотечные работники, наши, во всяком случае, работают, ну, как бы, в рамках своих должностных обязанностей. У нас там так это все происходит. Ну, может быть, там, не знаю, там напечатать там 2-3 афиши. Ну, то есть, ну, это не... расходах речь вообще не идет. Централизованный город ничего не тратит на это.
Ну, хорошо. Хотелось еще немножко поговорить то, что называется лично. Видим, что, не знаю, может, так совпало, но как-то вот некое творческое выражение Юрия Любарова в карантине, оно вот как-то появилось время. Песни поете, Юрий Иосифович, рассказываете о старинных артефактах, связанных с городом Николаевым. И, собственно, благодаря социальным сетям, Ютубу, николаевцы, и не только николаевцы, могут со всем этим доробком ознакомиться. Я не скажу, что сильно появилось время. Ну, в смысле, оно всегда было. Когда человек хочет, он всегда найдет время. Появилось, знаете, я это воспринимаю как собственное лекарство. Как лекарство от того, что я не могу сделать сегодня в реальности. Потому что сегодня уже середина апреля, а наша отрасль, и я как начальник, как бы, да, чувствую себя, ну, как сказать, ну, не у дел. Это всегда очень плохо для творческого человека, и поэтому вот я сейчас обращаюсь к нашим, ко всем творческим людям, не только там работникам коммунальных учреждений, вообще ко всем, ведь огромное количество людей осталось сидеть сегодня дома, они не поехали, там, условно говоря, там, ну, кто ездил за границу, никуда не поехали, никуда не поехал, кто работал, они не могут давать концерты, они не могут показывать свои выставки, они не могут это делать, и я это напряжение и вижу, и общаюсь с этими людьми, и давать рецептов, безусловно, ну, я не могу, каждый лечит эту тоску по творчеству и общению с людьми сам, но я хочу сказать, что, во-первых, это все закончится, обязательно, вот, все это там социальное дистанцирование когда-то и даже в ближайшее время приведет к тому, что мы придем, я не скажу обновленными, мы придем с накопившимся материалом, мы наберем этот творческий, я не скажу жир, вот, эту творческую массу, мы наберем творческую массу, мы придем красивыми, с багажом там, у кого песен, у кого картин, у кого стихов. И тогда это выплеснем на зрителей так, что зрителю мало не покажется. Вот, поэтому ко всем накапливайте. А, собственно, о вашем YouTube-канале, который появился и заработал, да? Да. Ну, собственно, как приходят темы? Что становится, вот, собственно, сегодня поговорим об открытках, а завтра поговорим о значках, о медалях. Очень, это очень просто. Вот что с краю лежит, вот с краю лежит. Дело в том, что на самом деле это ведь не научная системная работа, где надо все разложить. Это вот такая калейдоскоп. Вот что я увидел сейчас, вот что мне упало на глаза. Я увидел у себя там кучу значков, да, вот сейчас. Следующая, наверное, серия, 12-я, уже будет посвящена значкам. Я их так разложу и вот расскажем там о значках, посвященных предприятиям. Там с краю лежали марки, поговорили о марках. С краю лежали эти медали памятные николаевские, поговорили о них. Это далеко не все, конечно, что хотелось бы рассказать, но я понимаю, во-первых, ну, зрители не нужны мои многочасовые рассказы. Никто не будет смотреть. Так, ознакомились чуть-чуть, 5, 6, 7, 8 минут. Время сегодняшнее настолько быстрое, что хочется, как это называется, хотя бы человека, хоть на секунду, чтобы он задержался у YouTube-канала. Мой YouTube-канал имеет очень небольшое число просмотров, я не соревнуюсь. Подождите, но вы только стартовали. Вы стартовали. Ну, я честно вам скажу, я и не претендую на весь мир. Я хочу, чтобы люди, которые любят Николаев и чем-то интересовались, чтобы вот этим людям было чего-то там, может быть, новое, а может быть, наоборот, я что-то ошибусь, не то скажу, не так знаю, и меня поправят, мне подскажут. Может быть, планируете как-то, я не знаю, как-то, ну, не хочу сказать переформатирование, ну, может, там, я не знаю, какие-то интервью, какие-то выходы на локации конкретные. Ведь в Николаеве есть, собственно, объекты, к которым можно прийти и непосредственно показать вот на месте, кто где стоял и, собственно, какие люди проходили мимо этого здания, ну, как вариант. Я думаю, да, но я скажу, что сейчас в сети как раз, вот есть специалисты, которые лучше меня рассказывают это. Вот они водят виртуальные экскурсии по городу. С ними соревноваться точно пока не буду. Я пока расскажу то, что у меня лежит в чемодане. Вот я буду потихонечку вынимать. Вот когда оно закончится, я уже тогда, может быть, выйду на улицу. А пока еще там есть, чем народ, как это, заинтриговать. Ну что ж, Юрий Иосифович, хочется пожелать успехов. Жизненной спасибо. Энергии, спасибо. Хотя она есть у вас, и это приятно. Спасибо. Ну и, собственно, и вам, и вашим коллегам. Ваш труд нужен городу. Спасибо большое, я вам обязательно передам это и стараемся говорить. Я вам скажу больше, у нас появилась же такая
тенденция. Мы каждую неделю в виртуальном пространстве проводим совещания. Мы никогда так часто не общались между собой. Чтобы каждую неделю отдельно с домами культуры, отдельно со школьниками, отдельно со школами, отдельно с библиотеками, мы собираемся и просто обсуждаем. Да, там первый вопрос, там, у кого какая обстановка. Там, люди здоровы, здоровы, там, какая ситуация, как все происходит, там, какие-то хозяйственные вещи, там, обмен у кого как что происходит. Вот, и я уверен, что когда эта вся эпидемическая ситуация придет в норму, мы все равно будем каждую неделю собираться вот так вот в виртуальном пространстве, чтобы посмотреть друг на друга, сказать: так, всем привет, какие-то вопросы есть. Вот, сегодня к начальнику вообще не обязательно приезжать для того, чтобы решить какие-то вопросы. Всегда есть телефон, всегда есть интернет, всегда есть... Ну что ж, с надеждой на лучшее. Да. Юрий Любаров, начальник управления з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів, до побачення. Дякую.